Законы мироздания – это огненная Библия, и все тексты в ней высоко потенциальны. Тексты книги «Законы мироздания» по мощи своей энергетики намного превосходят мощь любых старых молитв. У одного нашего читателя дочка 5 лет попала под машину, и ей врачи вырезали селезенку. Перед операцией отец спросил меня, как ее спасти. Я посоветовала ему каждый день читать по 3 страницы из закона «Кто такой Бог?» и 3 страницы из закона совершенствования в относительности определения добра. Он читал каждый день утром и вечером. Операция прошла успешно. Девочка пошла на поправку, и вскоре ее выписали. Вот уже прошло 3 года, у них все хорошо. Конечно, приходится соблюдать диету, но для ребенка это несложно, так как он еще не избалован всякими излишествами питания. Но читать по 3 страницы – это в крайнем случае.